Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Geront Tank. Мы играем с тобой вот за такой танчик. Довольно прикольно выглядит. Ага, стрелять можем. Это кто? Иди ты в пень! Так, мой танк злится потихоньку. Да что там так долго перезарядка идет? Да ну. Изи. Так, давай следующий залп. Куда я стреляю вообще? Куда-то... Ой-ой-ой. Вот как надо. Ну не в землю же. Да ё-моё, это перелет. Изи. Едем дальше. Так. Навскидку. Ты хорош ты, парень, успокойся. Нифига тебя там. Это вражина же? Это вражина, ребята. Самое что ни на есть. Надо вот так вот. Надо издалека, наверное, его бомбашить. Ты глянь, что творит, а? Из пулеметика. Что, подбили, что ли? Нет. Или подбили все-таки? Не, ребят, не подбили, но он. Какой-то. Блин. Есть! В хлам мы его разбомбили. Я продвигаюсь потихонечку. Что такое? Это еще Штурммаус. Иди ты знаешь куда, Штурммаус. А я в него попадаю, ребят. Я навскидку. Смотри, я навскидку стреляю и попадаю. Вот если он по мне сейчас зарядит, этот, ребят, будет боба, наверное. Изи. Кул. Так, ну ты сам видишь, победа. Назад в меню. Ага. Что мы тут с тобой зарабатываем? 25 монеточек. Так, челябинец, бустер. Челябинец. Окей. Здесь что у нас такое? Улучшить танк. Улучшить уровень. Так. И типа опять в бой. Фига, ты посмотри, какой танк. Сколько тут пушек у него. Это мы таким будем, или это такой будет враг у нас в дальнейшем? Слушай, что это такое вот это? Это какая-то защита у нас, скорее всего. Оу, щит. А я этого хлыща сейчас. Да, ты видел, он стреляет почему-то перед собой. А вот тут уже посложнее, ребят. Ой. Да куда ж ты, куда ты так? Да успокойся ты. Он какой-то неадекватный, ребят. У меня танк. На, а я попадаю, смотри. На-ка. Выкусил партизаныш. Немец партизаныш. Да? Ну что, опять там этот хлыщ. Еще такие физиономии у этих танков прикольные. Блин, да ты. Что ты как навозный жук? Блин. Не, ну ты посмотри на него, а. Ты будешь стоять сегодня ровно-то, а. Сколько ты принял-то перед боем, а? Скажи-ка мне, сколько фронтовых капель принял, а? Масло этих. Вообще не попадает. У него пули перелетают просто через нас. Ну, не пули, естественно, снаряды. О каких пулях тут может быть разговор, когда тут танки, ребята? Никакие пули. Только снаряды чистой воды, бронебойные. То есть еще танк у нас такой прикольный. Опять? Опять этот охламон Штурммаус? Ему, видимо, мало было в первый раз, да? Он решил во второй раз выйти. Ну, гаденыш, сейчас мы его тут заколбасим, так уж и быть. Ребят, я не буду с ним тютюкаться здесь. Ой, ой. Еще. Вот и все. Какой-то ватник. Какой-то ватник, ребята. Мы вообще будем продвигаться сегодня или как? Здесь-то с какого перебога я вдруг вылетел. Аркада режим. Онлайн, 1 на 1. Я хочу, ребят, поиграть 1 на 1. Неужели с реальным игроком? Ай, будет круто. Ай, будет хорошо. Я готов. Дьяблобайт. Где этот Дьяблобайт? Иди сюда. На. Пумс, прям в него попал, ребята. Тихо. Мне не нравится этот Дьяблобайт. Мне не нравится, говорю, этот Дьяблобайт. По-моему, это реальный, ребята, игрок. Да куда ты, твою, налево? Есть. Ну, высунься, высунься. Не тут-то было, парень.
Да как же так-то? Да быть такого не могить. Е! Ах ты ж жук, вонючий. Вонючий жук. Как его ласково, да? На тебе! Труфальдина из Бельгана. Повышение уровня плюс 7. Ага. Играть снова. Так, назад в меню. Так, за первый день мы с тобой получаем 2 кристалла, как ты видишь. Я с удовольствием их забираю. Мое имя, ну, естественно, не такое. Так, и судя по всему, мы должны с тобой взять еще аватарку. Все. Нью. Это что у нас за такая онлайн? Тут опять онлайн. Но это, видимо, новая карта. Гнутые стволы. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что это у нас за такой, так сказать, режим. Блин, ну танк вот этот, конечно, да. Вообще лютый. Я бы со всех стволов там бомбашит. Так, против Батонова какого-то. Даниэля Батонова мы с тобой играем. А что это за мишень у меня? Что это за мишень? Тебя же ко мне тут висит. Ты глянь, а? Что творит? Куда ты? Что это? Что это с моей... Друзья, это... Это что такое? Ой, дай снаряд, дай взять. Я хочу взять. А, вот. Это что, специально так? Я же сам в себе так бомбить буду. Я в шоке, ребята, если честно. Вот я в шоке. Что у нас за танк? Гнутый. Так, это починка, ребят. Это починка, она мне нужна. Да блин, мне бы попасть по нему хоть разочек-то. Е! Нет, не Е. А чего? Так, тихо. Есть! Ребятушки, вот так-то. Знай рейчика в лицо, как говорится. Так, опять, да? У нас сундучок. И что из нас? Ох ты, ох ты. Уровень первый. Удвоить монеты. Зачем, я пока не знаю, ребята. Если я здесь, ну, ничего не могу себе купить. Скажем так. Хотя, подожди, почему ничего не могу купить? Могу. За тысячу монет. А, это скины. Все. 360 кристаллов. Дреб. А почему кристаллы? Ты... Тигр. Тигр, это же немцы. Вафля. Вафля. Штейн. Да, Т-35. А почему этот? Только за кристаллы я не мог понять. А... Где же наши обычные монетки? Что, так вот один челябинец, который должен за все здесь отдуваться? Ладно, поехали еще. Челябинец. А тут что, компании нету? Тут только онлайн? Твою налево, опять гнутые стволы. Ну нафига. Попал же все-таки, а? Так, а у него тоже... У него погнутый ствол, ребят. Да ёк, макарёк. Ну что это? Так, мне нужно починить. Фига он ухватил. Да куда ты, твою душу? И что это получается? Так, конечно, очень интересно. Ну-ка. Вот как вот там переехать с ним? Я не знаю, ребят. Зашибись. Нормально, да, так мы с ним? Просто бесполезно. Это жестко, конечно. Ну как-то я не знаю, как-то мы... Блин.
Вот, 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 вот. Давай, 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 давай. У нас время кончается, ребят. И я, по ходу дела, проиграл. Потому что я получил урона. Больше, к сожалению. Давай-ка еще раз сыграем. Трындец, блин. Просто перескочил через меня. И можно там спокойненько себе прохлаждаться сзади, да? Ну. Поехали. Я вообще попасть не могу, прикинь. Ну. Трындец, мне с этой пушкой, с таким носом, блин. Ага. Иди сюда, на куканчик. Иди, говорю, на куканчик. На куканчик. Так, давай-ка вот без вот этого вот. Е. Я ему пушку, ребята. В плане, а чё так? Так, надо возвращаться в меню. Чё-то не могу, ребят. Не тяну. Денег мало. Как мне компанию обычную, а? Скажи-ка мне на милость. Чё, тут только онлайн бои, да? И все? А чтобы, ну, как бы по сюжетке, я так понимаю, у меня нету. Так, а что такое? Уровень 7, уровень 0. Поля сражений. Это что такое, ребят? А, ну это и есть аркада, да? Поле сражений. Ну-ка по ним проверим. Еще слишком слабенький у меня там, чтобы в ПВП играть. Я пойду немцев лучше гасить. На, хлыщ. Так. Уходим. Динго. Где враг? Ну? Готов. Это кто там такой? Стопэ. Замечательно. Врезали мы ему. Так, это сейчас подобьем. Окей. Так, Басяцкий, наверное, спит и видит, да, нас? Как наказать? Ты не оборзил, не? Тангенс, Катангенс. Да что тебе? Да... Ну, хватит дурковать, ну там куля. Челябинец, хорош. Так, по-моему, ребят, мы фейлимся потихонечку. Попал хоть, нет? Нифига не попал. Ребят, он выгодную для себя позицию находит, понимаешь? По-моему, попал. Е! Взлетел, каракатица несчастная. 8 танков уничтожено, да? Сейчас босс выйдет. Сейчас выйдет Басяцкий. Где ты там? Тот же самый, да? Злой, как Штурмаус. Иди сюда. Я сейчас буду бомбить. Штурмаус. Тоже мне. На опережение, ребята, бомбим. На, еще гаденыш. Сейчас тебе крышка будет. Сейчас тебе будет крышка. Я же говорил, победим. Угу. Шикарненько. Так, аркада — это то, что нужно для меня. Хочу себе такой советский танк. Это, видимо, он будет таким. Или он, как бы он, тихо, как бы он так прокачался. Ну что ты тут. Ах ты сопляжуй, ты мелкий.
А, они стреляют только на весиком. Вот что я понял, ребят. Они бомбят на весиком, они не могут бомбить прямо. И это очень хорошо. Ага. Что? Вот и все. Выгодная позиция просто для меня здесь была. Очень выгодная. Так, а вот здесь не совсем. Вот так вот, наверное. Айть. Попал, нет? Да ё-моё, ну. Вау. Разнесли в хламину, в щепки. Я поехал на тех прусах. Да что тебе тут задергался, как пролетик. Но я в него уже попал, где-то умудрился. Так куда ты стреляешь-то, ну? Зачем ты в небо-то? Ну вот, прямо. На. Прямой наводкой. Только так он понимает. Когда прямой наводкой в него бомбишь. Что там за звуки такие? Это кто тут у нас? Дядя Степа пулеметчик, что ли? Был. Слишком долго он любовался на просторы. Ага, их тут два. Два. А почему не помню? Нифига, он бронявый. Замечательно. Так, ну что, Басицкий опять? Маус. Шмаус. Давай, 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 выходи, я жду. Нет, ребята, это... Ху-ху-ху-ху-ху. Патун. Патун-бадун. Иди ты знаешь куда. Так, ребят, не нравится мне этот патун. Ой, как не нравится. Я, конечно, любитель на опережение бомбить. Но патун... Я даже не попал по нему ни разу, прикинь. Так, что там делает-то? Попал. Второй раз попал. Третий. Патун идет ко мне сам. Изи. Вот и все. И нет патуна. Так, сундучок открываем. Что же нам тут? 56 монет. Так, это улучшение, я так понимаю, да? Удвоить монеты и кристаллы. Но у меня нет кристаллов, поэтому удваивать кристаллы не вижу смысла. Так, а что здесь еще за... Как там переключиться на режимы? Вот здесь, да? Так, онлайн 2 на 2 скоро будет. Так, зимний лес. Ага, вот оно где открывается. Все, ребят, я понял. Пока мы с тобой просто на полях сражения. Тут, ой-ой-ой, пустоши, разрушенный город. Вот оно как. 1000 монет накопим, с тобой откроем зимний лес. Ну, а пока мы деремся вот в этом вот. Сколько там миссий, правда, пока не знаю. Чего там запулякалось? Ага. Найс. Этого сейчас тоже разнесем. Фух. Сосулька. На. Так, подожди, 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 парень. Стоямба. Так, получил? Стрелок ворошиловский. На. Грибнули. Мой танк хоть и выглядит смешно, но он лучший. Лучше всех на свете. Ага. Прям в башню, на. Хорошечно, так, это кто у нас там? Что за горлопан? Разобрали. Так, 6 танков, 8 танков подбиваем, у нас появляется босс. И опять, наверное, будет патун, я так понимаю, да? Ой. Прекрасно. Было попадание. Так, ну это понятно, это у нас вообще изи. Так, последний танк, где он? А, нет, сейчас босс будет. Кто, патун? Нет, ребята, это опять тот самый Штурмаус. Который, как по мне, так самый легенький. Попадаем, попадаем. Так, тихо, 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 тихо. Не надо буянь, парень. Мы поставили защиту. Ну, если сравнить с патуном, да, этот очень медленно стреляет. Мой все-таки намного как бы круче бомбит. Ну, не мой, а патун. Да и мой тоже быстрее намного стреляет. Погнали. Тут что-нибудь другое-то будет или нет, я не могу понять. Боссы там, ну, посмотрим. Боссы-то, по идее, должны быть, наверное, новые. Упс. Так, тут хорошо мы разбомбили.
На. Прекрасно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да чтоб тебя. А что это у него ствол-то? Зашибись, у него ствол двигается, блин. Вверх или вниз, а мой так не может двигаться. Понимаешь? Смотри. Его ствол может вверх, может прямо, может вниз. Как ему удобнее. Он мой нифига такого не может. Мой только прямо строчит. Невыгодная позиция для меня. Ой, невыгодная. У меня вот так вот только есть. Навесиком, да? Вот навесиком это по мне. Ёк-макарёк. Блин. Нормуль. Что, последний танк где-то там завис. Надо его найти. И где ты? Это у нас пулеметчик. На. Еще бы попасть. Во. Да что тебя штормит-то так? Кто босс? Штурмаус или Патун? Сейчас посмотрим. Патун. Такая пушка у него. Я офигею. Нет, нам надо вот так вот. Ого! Уходим. Да не так-то круто, блин. Попадаем, попадаем, ребята. Причем довольно неплохо. Он, видимо, высокий, поэтому мы прям в башню там заряжаем. Все. Даже не успел выехать. Ну что, как-то так. Давай, наверное, еще поединочек сыграем. Онлайн 2 на 2. Ну, это все закрыто. Медальки. А что нам дают вот эти вот? Так, давай попробуем такую вот обычную. Еще раз битву поиграем. Дре-6. О, наш клиент. Тоже с обычной. Фига. Ах ты ж жук, ну, просчитал, да? Просчитал, сидит в окопе, знает, куда бомбить надо, да? Да что, блин? Пора ставить, ребят, щит. Смотри. Так, давай пропишем ему. Щит-то должен же слететь когда-то, рано или поздно. Давай, давай, давай. Твою налево, да ну, быть такого не может. Да почему, блин, мы... Почему мы взлетаем быстрее, чем он? Я не пойму вот этого, блин. На каком, блин, основании, ребята? Чё за бредятина? У меня еще было здоровье там, фиг знает сколько. Взял просто и уничтожил. Что там, там какой-то супер-пупер танк, я смотрю. Чего? Это что за танк там у него, блин? Извините, меня. Прикинь? Откуда он такой взял, блин? Да натер, чертов. Снова, конечно, играть. Что за... Бредятина. Может, мне как-то надо танк прокачать? Кстати, может быть, действительно прокачать? Купить-то я, конечно, вряд ли куплю себе новый. О, зима, зимушка. Скоро, друзья мои, у нас будет зима. Скоро будет Новый год. Ать, хорошо, как я ему попал сейчас. Вот. Слушай, ну вот это замечательное попадание сейчас. Слушай. Баба! Малой зор. Малой зор. Так, тут у нас еще определенные награды. Так, давай. Дальше играть. Дербинт. У него 23. 23 победы или что такое 23? Скорее всего, победы, ребята, у него. Ах ты, жучара, ты паршивый-то, а? Ты посмотри, что творит. Так, а у него быстрее закончится броня, ребят. На. Ой, я его прижучил. Вот смотри, мы стоим вместе с ним. Да как ты, хрен тебя поймешь, как он меня разносит? Я не понимаю, ребят. Так, мне нужно найти срочно, где прокачка танка идет.
Где прокачка танка? Вот, уровень 1. Челябинец, давай мы это... займемся прокачкой. Как тебя прокачать-то? Как? Как тебя прокачать, парень? Бустер нам только один доступен. Собери больше жетонов, чтобы улучшить танк. А-а-а, вот оно что, ё-моё. Тут еще жетоны, блин. Ну, жетоны, естественно, выпадают нам с чемоданов. Вот, два жетона. Слушай, новый танк. Какой? Ну, спасибо вам огромное. Ребята, я получил сейчас только что на ваших глазах новый танк. Надеюсь, что я получил. Ну-ка. Это же... Погоди секунду. Это же он? Это он, ребят, прикиньте. А ну-ка. А ну-ка, давай посмотрим. Так, такой он. Твою наливай. А ты уверен, что он хороший танк? Ты гляди, и сразу противника мне дают. Вопрос. Почему у меня отнимается здоровье? Друзья, почему у меня отнимается здоровье? Объясните мне, пожалуйста. Я вот сейчас не понял вообще нисколечко. Он по мне не попадал. Он по мне не попадал. А у меня отнималось здоровье. То ли в щит и стреляешь, здоровье тратится или как? Не пойму я. Вот серьезно говорю, я не могу сейчас врубиться. С какого перепуга здоровье-то тратилось? Поехали давай уже, блин. На. Ой-ой-ой, это перебор. Попал, нет? Ты стрелять-то будешь сегодня, блин, придурок, блин? Тьфу. О, трэш. Угу. Серия побед. Серия побед одна. Давай попробуем вторую добить. Хочу вот такой танк себе. Ну, Садмитрий. Что за Садмитрий? Да как? У тебя щит еще есть. Не буду я сейчас стрелять. Ребят, ну смотрите. Как у меня, почему у меня здоровье это отнимается? Я не врублюсь вот этого вот. Что за бред, блин? Объясни, с какого хрена у меня отнимается здоровье, если я просто катаюсь, блин? Что за бред, блин? Ладно, ребят, давайте все. Буду заканчивать на этом серию. Я не понимаю этой тупой игры. Я просто катаюсь, у меня отнимается здоровье. По мне никто не попадает, я не стреляю, у меня просто здоровье отнимается. Если ты можешь мне это объяснить, то напиши, пожалуйста, в комментариях. А на этом я закончу эту серию. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.